Всем привет! Друзья, товарищи, случайные и не случайные гости моего YouTube-канала. Рекорд. Это мой личный рекорд. 7 прогнозов в десятку. В одном только видео. Всем рекомендую, кто изучает Таро, кто пытается освоить технику связывания, соединения двух и более карт Таро вместе, кто изучает трактовку сочетания тех или иных карт Таро, посмотрите внимательно мое видео под названием «Таро. Владимир Зеленский. 2022 год. Искать пути выхода. Донбасс. Внутренний конфликт. Гривна». Перечислю, что уже на данный момент сбылось, а год еще не закончился. Перечисляю. Уж не с Донбассом ли Зеленский попрощается? Отсечение земли. В точку. Россия признала ДНР и ЛНР. Признала сперва, а потом и присоединила. И не только ДНР и ЛНР, но вы в курсе. Раз. Гривну ждет шторм. Тоже в десятку. Девальвация на Украине. Гривна стала дешевле на 25%. Сейчас может даже больше. Я сейчас уже не отслеживаю курсы. Два. Весь год будет неприкаянный, неустроенный. В точку. Три. Союз, соглашение. В этом году он что-то подпишет. Союз, соглашение с Душком. Допуская, Украина может с кем-то вступить в союз. Зеленский заключил соглашение, сделку с Польшей. Соглашение с Душком. Это все знают. В десятку. Четыре. Рискованное предприятие, которое кончится проигрышем. Снова в десятку. Это не год Зеленского, я сказал. Это не год Зеленского. Пять. Рискованное предприятие, которое кончится проигрышем. Снова в десятку. Это не год Зеленского. 5. Слушайте внимательно. Сдаваться он не планирует. Будет усиливать свою армию. Будет искать помощь за границей. И получит ее. Снова в десятку. 6. Кто-то из банковской системы уйдет со своего поста. Серьезная фигура должна быть. Зеленский попросит его на выход. Скорее всего, это глава Нацбанка Украины. Снова в десятку. 7. Даже это мне удалось считать с карт Таро. СМИ сообщают. Глава Нацбанка Украины объявил об отставке. По словам Шевченко, поводом стало состояние здоровья. Его отставку должна утвердить Верховная Рада. 7 прогнозов в десятку только в одном видео. Это мой личный рекорд. Может, еще что-то сбудется? В том видео я не увидел его уход с поста президента, хотя карты соответствующие присутствуют. Они есть в том раскладе. Другие расклады указали, он должен уйти. Причем четко. Смотрите все мои видео. Посмотрим. Сегодня такое вот короткое видео. Я его снял с целью, чтобы вы все поняли. Ключ к Таро заключен в верной трактовке сочетания двух и более карт. Всегда связывайте, соединяйте карты вместе. Только так можно получить такой, ну просто невероятный результат, на мой взгляд. Просто невероятный. Я сам в шоке. Супер, 7 прогнозов в десятку в одном видео. Это мой личный рекорд на данный момент. Всем удачи. Изучайте Таро, друзья. Счастливо.